А я пришел на это мероприятие, чтобы почтить память своих предков. Считаю, что это очень нужное мероприятие, прививать патриотизм молодежи и не забывать о подвигах отцов, дедов, бабушек наших. С победой, ребята! Всем привет! Мы сегодня воскресным утром очень классно все здесь пробежались в честь наших дедушек, бабушек, которые воевали или которые были в тылу. Провели акцию «Я бегу и помню», где больше 100 человек пробежало с такими замечательными номерами и банданами в честь Дня Победы. Наша школа правильного бега «I Love Running» создана для того, чтобы еще больше людей стало заниматься спортом и научилось ставить цели за рамками, и через бег их достигало. Мы хотим, чтобы все в нашем городе и в России были здоровы, бегали и имели правильные ценности. Нас сегодня было около 150 человек. Бежали мы минут 10, кто-то 15. В планах делать очень много классных забегов для вас. Ждем вас на странице группы I Love Running в Фейсбуке и ВКонтакте. Вас ждет очень много замечательных мероприятий. Следите за нами и приходите бегать.